В нашем арсенале еще один люк, который нужно облагородить, положить на него плитку и подойти плиткой по периметру. То есть будет везде плитка, соответственно, люки тоже. Но при этом нам нужно с ним что-то сделать. Во-первых, хочу показать перепад полов с люком. Здесь порядка 4 сантиметров. К тому же здесь еще плитка будет. Что можно здесь придумать? Как-то нарастить его. Если, например, думали залить сверху, он неподъемный будет. То есть нужно его открывать. И нужно открывать без петель, то есть просто вверх, чтобы не сколоть периметр, чтобы положить плитку так, чтобы не сколоть потом. Как его обыграть? Сейчас вот покажу анатомию. Такой вот люк пригвоздили к доскам. Вот она у нас здесь система водяная. Видимо, насос здесь стоит. Вот. Что еще? То есть получается доска вот здесь у нас шпунтованная, которая уже всю повело. Вот даже если вот на доску ложить, поведет, не поведет плитку. Что можно предпринять? Хотел проконсультироваться у вас. Что можно в этом случае придумать, чтобы при этом она легкая была, чтобы легко можно было открыть. Вот, одному человеку. Чтобы выгнать вот это расстояние по высоте, чтобы не спотыкаться здесь. Вот, и потом покажу, что мы сделаем. Конечно же, опираясь на ваши советы. Поэтому жду от вас предложений. Какие варианты вы бы выбрали для того, чтобы сделать люк. И чтобы это красиво было, самое главное. Чтобы сильно не бросалось в глаза. Все, спасибо.